Работа интересная, ответственная, творческая. Эта дорога своего рода как художник картину делает. То есть здесь надо с душой подойти. Полз, дорога, краски, асфальтобетонная смесь. Ну а кисти — это мы. Мастер Алексей Данилов в профессии уже 5 лет. Начинал простым дорожным рабочим. Сейчас, пройдя школу жизни, за это время он отремонтировал в Самаре не одну улицу и десятки километров автодорог. Может с уверенностью сказать, что профессионализм приходит только с опытом. У него на руках диплом специалиста по строительству автодорог и аэродромов. Ранее трудился и на заводе, но своей взлетной полосой считает работу по специальности. В подрядной организации, которая много лет занимается преображением самарских транспортных артерий. Алексей универсал, однако его конек — именно укладка нового покрытия проезжей части, самый ответственный процесс в ходе ремонта. Это контроль качества, приемка, настройки асфальтоукладчиков, углы атаки, настройки виброплиты и трамбрующего бруса. Век живи, век учись, это постоянно, каждый год постоянно вводятся какие-то новые параметры, новые ГОСТы. Техника усовершенствуется. Бригада мастера Алексея Данилова вот уже несколько недель ремонтирует большими картами автодорогу на улице Гагарина. От Московского шоссе до улицы Победы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В этом году это самый протяженный участок – 4,6 километра из ремонтного списка, состоящего из 35 объектов. Сергей, давай слой посмотрим. Общая площадь работ только на Гагарина – 114 тысяч квадратных метров. Покрытие отфрезеровано. Люки инженерных коммуникаций, смотровых колодцев, дождеприемные решетки подняты на проектные отметки. Асфальтирование дороги в направлении города подходит к финишу. Свыше 44 тысяч квадратных метров проезжей части уже со свежим покрытием. Выполнено около трети ремонтных работ. Далее бригада направит усилия на обновление дороги от Московского шоссе в сторону улицы Победы. Работают круглосуточно. Самые трудоемкие операции, например, устройство нового слоя покрытия, организуются в ночные смены. Трудятся по погодным условиям, без ограничений движения автомобильного и общественного транспорта. Мастера, которые здесь работают, и сотрудники МБУ дорожного хозяйства, которые курируют и контролируют ход выполнения работ, неукоснительные требования, соблюдение требований ГОСТов по выполнению работ, по подготовке основания, по укладке асфальтобетонной смеси, по температурным характеристикам, по той смеси, которая применяется. Это, наверное, одно из тех звеньев, важных звеньев, которое является составной частью хорошей дороги, которая будет здесь в будущем. И от мастера, от начальника участка зависит достаточно многое. Это внутренний контроль тех работ, которые производятся предприятием на том или ином участке дороги. Формирование штата специалистов – компетенция подрядчиков. Подрядная организация, ремонтирующая автодорогу улица Гагарина, к подбору и обучению кадров относится тщательно. На работу принимают дипломированных, ответственных, любящих свое дело специалистов. Затем на постоянной основе ежегодно проводят курсы повышения квалификации, отправляют сотрудников на форумы, выставки и конференции, которые проходят в разных городах России. Поэтому за качество ремонта самарских дорог горожане могут быть спокойны. Директор подрядной организации Марат Гумеров в мастерстве своих подчиненных, в том числе мастер Алексей Данилове, уверен. Он сам разработал опытным путем технологические карты укладки данного нового асфальтобетона. То есть какие катки, сколько проходов должны проходить. И много улиц уже уложил по данной технологической карте. Довел ее до совершенства у нас. Готового специалиста такого не найдешь. Его надо именно учить, воспитывать в таком коллективе дружном, как у нас. Знак качества работы дорожных мастеров – срок службы автомобильных городских трасс. Улица Гагарина от ремонта до ремонта прослужила водителем 9 лет. С новыми технологиями и современными материалами, как того требует реализация нацпроекта, и, конечно, благодаря профессионализму и ответственности дорожных служб, вскоре появится еще одна обновленная, безопасная, качественная дорога. А впереди у мастера Алексея Данилова и других специалистов этой подрядной организации улица Авроры, участок от аэродромной до промышленности. На нем работы начнутся уже в ближайшие дни. С фрезерования изношенного покрытия. Сразу после завершения ремонта на улице Гагарина на «Авроре» стартует укладка нового покрытия. Каждый объект любимый. В каждый объект вкладываешь душу, с душой это относишься.